Владимир, расскажите нам про технику бесконтактного боя. Да, хорошо, сейчас мы вам продемонстрируем как раз эту увлекательную технику. Предположим, на вас нападает трое. Первого мы бьем ударом ноги в пах. И добиваем ударом крышки. Допустим, на вас нападает второй. Наносим удар рукой в живот. Второй в лицо. И выдергиваем ногу. Третьего достаточно просто унизить, его не обязательно бить. Ребята, отбили, слышите меня? Нашелся сознательный гражданин, который решил оказать помощь этим ребятам. Его бить тоже не стоит, но наказать надо. После этого сбрасываем напряжение. Драка закончена.